Ждем кипит. Сейчас. Фу. Да, музыка хорошая. Подходите. Это не они. Москва 24, живой звук, группа на Аде. Тебя кипит. Сейчас. Пиздец. Пиздец. Я не умру? Умрёшь. Не надо мне рассказывать опять про кучу болезней. Ты открываешь двери заразе. Они вот через это кожа защищает организм от попадания паразитов. Ты ее снимаешь с себя, и теперь паразиты могут в тебя открыто залезть. Гляньте. У нас вокруг паразиты. У меня информационная защита. Вот это да. Я закодирую. Почему нельзя это подождать было один день, например? Потому что интересно сейчас. Все, мне кажется, у меня еще вот тут. Вторая кожа. Как там были про дневники, что-то там. Под музыку веселее. Двигайся, двигайся. Блин, сосок сейчас будет сдирать. Кошмар. Стриптиз. Какого Робби Уильямса? А я уже забыл. Что-то смутно так не надо. На ее новый проект, который, понятно, в честь кого называется, музыкальные критики и пресса буквально... Там окажется, что я умру от рака. Вот, например, ну, это будет веселое видео. От рака это не связано со сдиранием кожи. Ну, в принципе... Большие куски кожи. Вот это уже Надя была. Там что, баба поет? Да. Я просто даже узнаю уже песню. Но это, по-моему, не тот концерт, да? Да, прошу поискать. Ну, значит, мне придется выложить свои видео. А ты что, снимал? Ну, кусочками. Просто я думаю, что кто-то снял. Знаете, как волосы выходят из-под кожи. Вот я это ждал. Ты не спать не сможешь сегодня. Отличное видео для группы Нати сделано. Луковица.